ничего не поделаешь. Я начинаю разделять это мнение. Всю свою жизнь я пытался отогнать от себя эту мысль, говоря себе: Владимир, будь разумным. Ты еще не испытал всех возможностей и снова бросался в бой. Вот ты снова здесь! В самом деле... Я рад, что ты вернулся. Я думал, ты ушел навсегда. Я тоже. Наконец-то мы снова вместе. Нам надо это праздновать. Но как? Встань! Я обниму тебя! Не сейчас, не сейчас. Позвольте осведомиться, где его сиятельство провели ночь? В канаве. В канаве? Где это? Там это... И тебя не побили? Не побили, конечно, меня побили. Те же, что и всегда. Те же, я не знаю. Когда я думаю об этом, я спрашиваю себя, кем бы ты был без меня? Ты был бы жалкой кучкой костей, можешь не сомневаться. Что из этого? Это слишком для одного человека. С другой стороны, какой смысл терять надежду теперь? Вот что я тебе скажу. Об этом нам нужно было подумать еще миллион лет назад, когда мир был еще юным, иду так в 900. Перестань молоть чушь, помоги мне снять это дерьмо. Взявшись за руки, мы бы бросились с вершины Эйфелевой башни, одними из первых. Тогда мы еще бы были уважаемыми людьми. Теперь, пожалуй, поздновато. Нам бы даже подняться наверх не разыграть. Что ты делаешь? Снимаю ботинок, с тобой такого никогда не случалось. Ботинки нужно снимать каждый день. Я устал тебе твердить об этом. Почему ты меня не слушаешь? Помоги мне. Больно? Больно? Он хочет знать, больно ли это. Можно подумать, только ты один на земле страдаешь. Я не в счет. Хотел бы я послушать, как бы ты запел, если бы у тебя было то же, что у меня. Больно? Больно. Он хочет знать, больно ли это. Ты, по крайней мере, мог бы застегнуть это. Фу, верно. Нельзя распускать себя в мелочах. На что ты надеешься? Ты всегда терпишь, пока не сдохнешь. Пока не сдохнешь? Точно. Хорошо будет, да не скоро сбудется. Кто это сказал? Ты не хочешь помочь мне? Тогда мне кажется, что это на подходе. Тогда я чувствую, как это сказать, облегчение, в то же время ужас. Ужас. Смешно. Ничего не поделаешь. Что у тебя? Ничего. Покажи мне. Ничего показывать. Попробуй надень опять. Я проветрю немного. Вот вам весь человек. Виновата нога, а достается ботинку. Я начинаю волноваться. Один из двух разбойников был спасен. 50 на 50. Разумный процент. Все по-честному. Приличный процент. Бого. Что? Предположим, мы раскаялись. Раскаялись в чем? Ну, я не знаю, мы не обязаны вдаваться в детали. Потому что мы родились. Даже посмеяться нельзя. Вот горе-то какое. Только улыбаться. Одно и то же. Смешно? Ничего не поделаешь. Бого. Что надо? А ты когда-нибудь читал Библию? Библию? Да. Я прошу. Помнишь Евангелие? Я помню карты Святой Земли. Цветные они были, очень красивые. Мертвое море было бледное голубым. Смотришь, и пить хочется. Вот куда мы поедем, говорил я себе. Вот куда мы поедем в наш медовый месяц. Мы будем купаться, мы будем счастливы. Тебе бы поэтом быть. Я и был. Разве не видно? О чем это я? Как нога? Бухает. Ах да, два разбойника. Ты помнишь эту историю? Нет. Рассказать? Нет. Это поможет убить время? Нет. Два разбойника были распяты вместе с нашим спасителем. Нашим чем? С нашим спасителем. Два разбойника. Один был спасен, другой проклят. Спасен от чего? От ада. Я пошел. Но как же так вышло? Надеюсь, я тебя не утомил? Я не слушаю. Как же так вышло, что лишь один из четырех евангелистов говорит о разбойнике, который был спасен? Хотя и все четверо были там. Ну, или неподалеку. Или, кстати, говорит о разбойнике, который был спасен. Послушай, Гого, ты должен время от времени подавать мне пас. Я в самом деле думаю, это невероятно интересно. Один из четырех, из трех оставшихся, двое вообще не утверждают никаких разбойников. Третий говорит, что они оба его обругали. Кого? Что? О чем это все? Кого обругали? Спасителя. За что? За то, что он их не спас? От ада! Да нет, от смерти! Ты сказал, от ада! Идиот, от смерти, от смерти! Что из этого? Тогда они оба должны были быть прокляты. Ну хорошо. Но один из четырех говорит, что один из двух был спасен. Они просто не сумели договориться. Там были все четверо, и лишь один говорит о разбойнике, который был спасен. Почему все верят ему, а не другим? Кто ему верит? Все! Все люди знают только эту версию. Люди. Это чертовски невежественные обезьяны. Восхитительный вид. Пошли отсюда. Мы не можем. Почему? Мы ждем Годо. А, да. А ты уверен, что это здесь? Что? Ну то, чего мы ждем? Он сказал у дерева. Ты видишь здесь другие деревья? Что мы пришли не на то место. Он бы уже был здесь. Он не сказал, во сколько точно придет. И если он не придет... Мы придем сюда завтра. Затем послезавтра. Возможно. И так далее. Ты имеешь в виду? Пока он не придет. Ты безжалостен. Мы были здесь вчера. Нет. Вот здесь ты ошибаешься. Что мы делали вчера? Что мы делали вчера? Да, что мы делали вчера? Ну, знаешь, с тобой поговоришь, так во всем начнешь сомневаться. Мы были здесь. Ты узнаешь это место? А я этого не говорил. Тогда что? Не важно. Все не важно. Не важно. Все не важно. И все же. Это дерево, этот камень, это болото. А ты уверен, что это сегодня вечером? Что? Ну то, чего мы ждем? Он сказал, в субботу, кажется. Кажется? Я должен был это записать. Какую субботу? Сегодня суббота? А разве не воскресенье? А может, понедельник? Или вторник? Это невозможно. Или пятница? А что же теперь делать? Если он пришел вчера, а нас с тобой тут не было, можешь быть уверен, он не придет сегодня снова. Но ты сказал, что мы были здесь вчера. Я мог ошибаться. Давай помолчим минуту, не возражаешь. Хорошо, хорошо. он спрашивает, ну кого он хочет, блондинку, брюнетку или рыжую. Англичанин говорит, что хочет этого мальчика. Хозяйка ему говорит, я сейчас позову полицейского. Англичанин отвечает, продолжай. Перестань. Только не полицейского, они такие неудобимые. Обними меня. Ну, прям сейчас. Этим чесноком гоняет. Это полезно для почек. Там где-то падает, вырастает мандрагоры. Вот почему они визжат, когда их вытирают. Ты не знал? Давай скорее бежится! На суку! Думаю, не рынешь! Всегда можно попробовать. Пробуй! Я без тебя. Нет, нет, ты первый! Почему я? Ты легче меня! Что ты дело? Не понимаю! Смотри свою голову! Не понимаю! Смотри! Сук! А? Сук! А? Смотри свою голову! Ты моя единственная надежда! Ой, легкий, сук не сломался, он помер. Тити тяжелый, сук сломался, Тити один. Я не подумал об этом. Если он выдержит тебя, значит он выдержит все, что угодно. А с чего ты взял, что я тяжелее тебя? Я не знаю. Ты мне так сказал. Шансы 50 на 50 и ты того. А что теперь делать? А? Ничего не делать. Так безопаснее. Да. Подождем и посмотрим, что он нам скажет. Кто? Годо. А, да. Подождем, чтобы узнать, какова наша ситуация. С другой стороны, может упаковать железо, пока горячо. Любопытно будет услышать его предложение. Когда мы сможем его принять или отклонить. И это нас ни к чему не обязывает. А что конкретно мы у него просили? Тебя разве не было? Я мог не слушать. Ничего такого конкретного. Просьба что-то вроде молитвы. Именно. Гуманная просьба. Вот-вот. Что он ответил? Посмотрим. Ну, надо подумать. Связь с семьей, с родственниками, с агентами, с банковским счетом. Да, перед тем, как принять решение. Нормально. А разве нет? По-моему, да. По-моему, тоже. А мы? Прошу прощения. Я сказал, а мы? Не понимаю. В качестве кого мы сюда пришли? Пришли? Не надо беспечать, подумай. Пришли. Приползли на четвереньках в качестве попрошай. Как плохо! Сударь, чем ты недоволен? Его средство хочет оставить свои прерогативы? Его светлость хочет оставить какие-то требования? А как же наши законные права? Если можно было бы посмеяться, Избавись от них! Слышишь? Я ничего не слышу! Я ничего не слышу! Я тоже. Ты меня напугал. Я думал, это он. Кто? Годо. Ай, ветер в тростниках. Могу поклясться, что слышал крики. А зачем ему кричать? Лошадь поторопить. Пошли отсюда. Куда? Может, уже сегодня ночь будем ночевать у него на чердаке. И тепло, и сухо. Осенний. Твой живот ждет еды. Вот зачем нам ждать, не так ли? Не всю живот. Еще день. Я хочу есть. Хочешь морковку? А больше ничего нет. Есть пара верных. Давай морковку. Это репа! Ой, прости, прости, я вам поклялся, что это морковка. Одни репки. Ты, наверное, съел последнюю. Черт. Вот. Держи, дорогой друг. Растяни на подошве последнее. Верни мне репку. Я задал тебе вопрос, а ты мне ответил. Ну, как морковка? Это морковка. Вот и хорошо. Вот и хорошо. Итак, что ты хотела меня узнать? Я забыл. Вот это меня раздражает. Я никогда не забуду эту морковку. Вспомнил. Ну? Я не понимаю ни единого слова из того, что ты говоришь. Вязаны. Вязаны? Связаны. Что ты имеешь в виду под связаны? Да по рукам и ногам мы связаны. Ну кем? С кем? Вот этим твоим стариканом. Он нас опутал. С Годо? Связаны с Годо? Ну что за идея? Хотя... Его зовут Годо. Кажется, да. Надо же. Смешно. Чем дальше ешь, тем хуже идет. А у меня наоборот. В смысле? Легкая дрянь пока ем. Вы позиции? Вопрос темперамента. Характера. Ничего не поделаешь. Нет смысла бороться. Кем быть, тем и сдохнуть. Как ни крутись. Суть не меняется. Хоть ты тресни. Хоть ты лопни. Ничего не поделаешь. Хоть доесть. Представляюсь. Поццо. Нет. Поццо, Годо. Нет же. Сэр, простите, сэр, вы не видите. Я Поццо. Поццо. Это имя ничего не значит для тебя? Я задал тебе вопрос. Это имя ничего не значит для тебя? Поццо, Поццо. Это Поццо или Поццо? Поццо! 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 А мне кажется, я нет. Я знал семью Поццо, у матери был триггер. Мы не местные, сэр. И тем не менее, человеческие существа, во всяком случае, насколько можно видеть, того же вида, что и я. Того же вида, что и Поццо. Созданные по образу и подобию Божью. Made in God. Видите ли, сэр? Кто такой Годо? Годо? Вы приняли меня за Годо? О, нет, нет, сэр, не минуту, сэр. Кто он? Ну, может, он вроде наш знакомый. Да ничего такого вроде, мы его совсем не знаем. Ну да, мы не совсем с ним близко знакомы, но тем не менее... Я даже не знаю, как он выглядит. И тем не менее вы приняли меня за него. Как вам сказать, сэр? Вы понимаете, сумерки... Переутомление, ожидание. Я признаюсь, я вообразил. Ожидание? Вы его здесь ждете? Видите ли? Здесь? На моей земле? Мы не думали делать ничего плохого. У нас были добрые намерения. Дорога свободна для всех. И вот и мы себе так же говорим. Это позор! Но вы здесь. Мы ничего не можем с этим поделать. Забудем об этом. Встать, скотина! Каждый раз, как падает, сразу засыпает. Назад! Повернись! Вперед! Стоять! Повернись! Я счастлив, что встретил вас. Да-да, я искренне счастлив. Ближе. Дорога кажется такой долгой, когда идешь по ней один. В течение... шести часов. 6 часов, без передышки, ни одной живой души вокруг. Пальто! Ну! В воздухе чувствуется наступление осени. Кнут? Да. Не могу долго без общества себе подобных. Даже когда подобие не совершенно. Стул! Назад. Вперед. Здесь. Вот почему, джентльмены, я предлагаю задержаться здесь ненадолго, прежде чем я не решусь на дальнейшее. Корзину! Свежий воздух вызывает зверский аппетит. Корзину! Дальше. Стой! Он воняет. Все будет хорошо. Вот и хорошо. Пожалуйста, сэр. В чем дело, добрый человек? Вы закончили... Хотел сказать, вам не нужны кости, сэр. Ты что, не мог подождать? Нет. Нет, он задал нормальный вопрос. Нужны ли мне кости? Лично мне больше не нужны, но теоретически кости отходят носильщику. Надо спросить у него. Давайте. Идите спросите. Он вам скажет, не бойтесь. Давайте, давайте. Мистер, простите, мистер. Это с тобой разговаривают, скотина. Отвечай. Спросите еще раз. Мистер, кости. Вы не будете кости, мистер. Будешь ты жрать или нет? Отвечай! Не ваши. Не нравится мне это. Он раньше никогда не отказывался от костей. Еще не хватало, чтобы он у меня заболел. Это беспредел! Вы что-то конкретно имели в виду? Так обращаться с человеком? Нет. С человеческим существом! Нет, я нахожу это беспредел. Шрам! Вы очень требовательны. Вам сколько лет? Простите за нескромный вопрос. 60? 70? Сколько, по-вашему, ему лет? 11. Я груб. Мне надо идти. Спасибо за ваше общество. Разве что выкурить еще трубочку, прежде чем идти. Как вы думаете? Я вообще очень слабый курильщик. И в моих привычках курить 2 трубки подряд. У меня от этого сердце прыгает. Понимаете, о чем я говорю? Может, не курите? Да, нет. Не важно. Как мне теперь сесть, когда я уже встал? Без проявления нерешительности. Что-то сказали? Ничего не говорили. Посмотрим. Вот и хорошо. Пошли. Минутку. Стул. Быстрее. Стул. Стул. Левее. 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 Назад. 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 Левее. Левее. Так, назад. 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 Так. Иди сюда. Иди сюда, скотина. Сюда иди. Иди сюда. Здесь буду оставить. Сюда. 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 Буду оставить. Пошел вон. Пошел. Пошел вон. Пошел вон. Стул, скотина! Стул поставь нормально! Поставил стул, руки убрал, стул оставил, руки убрал, стул оставил, руки убрал, стул оставил, скотина, поставь на стул! Стул здесь поставь! Нормально его поставь! Как я на него сяду, если он так стоит? Это нормально, по-моему, как я на него сесть? Как если... Я знаю, сволочь, как сидеть на стуле! Переверни его! Переверни стул! Перевернул! Руки убрал! Пошел вон! Пошел вон отсюда! Поставь стул! Поставь стул! Стул поставил! Сам ушел! Пошел вон! Пошел вон отсюда! Вот я и сижу. Пошли. Я надеюсь, вы не из-за меня уходите. Останьтесь, вы не пожалеете. Мы не спешим. Вторая уже не то. Не такая вкусная, как первая. Хотя по вкусу такая же. Я ухожу. Он больше не может выносить моего присутствия. Возможно, я не гуманист. Но кого это волнует? Подумайте дважды, прежде чем сделать опрометчивый шаг. Предположим. Вы уйдете сейчас, пока все еще день. Я надеюсь, никто не спорит с тем, что все еще день. Замечательно. А что в таком случае будет с вашей встречей? Ну, с этим. Как там его? Годе, Годо, Годину. Ну, в любом случае, вы понимаете, о ком я говорю. О том, в чьих руках ваше будущее. Ну, или, во всяком случае, ближайшее. Он прав! Кто вам сказал? Он вновь говорит со мной. Знаете, если так пойдет дальше, мы с вами скоро станем старыми друзьями. А почему он не поставит свои сумки? Я тоже был бы счастлив его встретить. Чем больше людей я встречаю, тем я счастливее. Даже самое жалкое существо может сделать тебя мудрее, богаче, дать тебе, так сказать, лишний раз почувствовать свое счастье. Даже вы. Кто знает, даже вы, может быть, что-нибудь мне дадите. А почему он не поставит свои сумки? Хотя меня бы это удивило. Вам задали вопрос. Вопрос? Кто? Что? Вы минуту назад называли меня сэр с опаской и трепетом. Теперь вы мне вопросы задаете. Ничего хорошего из этого не выйдет. Я думаю, он тебя слышит. Что? Можешь спрашивать. Он только этого и ждет. Что спрашивать? Почему он не поставит свои сумки? Да откуда я знаю, почему? Ну так спроси его. Простите, нехотя подслушал ваш разговор. Если я правильно понял, вы хотите знать, почему он не поставит сумки, как вы их называете? Именно. Вы уверены, что согласны с этим? Он садит как тюлень. Я готов ответить. Только я вас очень прошу, стойте, пожалуйста, спокойно. Вы меня нервируете. Иди сюда. Что случилось? Он будет говорить. Все? Все готовы? На меня все смотрят. На меня смотри, скотина. Все ли готовы? Все ли слушают, что я говорю? Так, скотина. Все ли готовы? Меня все смотрят, меня все слушают. Я не хочу говорить с вакуумом! Хорошо. Дайте подумать. Я пошел. Что именно вы хотели знать? Почему он не пошел? Ну не перебивайте меня! Если мы все начнем говорить одновременно, мы никогда ни к чему не придем! Что я говорил? Что я говорил? Приседание. Кладешь так, венки похоронные. Грустно так, с отечественником. Принял. Бум! Бум! Ты что-то несешь? Бум! Ведра! Бум! Что такое злой-то? Бум! Бум! Ты злой с ведра нет. Бум! Сумки! Бум! Сумки! Бум! А что ты их не поставишь? Бум! А это слово! Сумки не ставить. Почему? Почему он не устроится поудобнее? Так бы сразу и сказали. Хорошо, давайте попробуем прояснить это. Он что, не имеет права? Конечно, имеет. Следовательно, не хочет. Вот и ответ на ваш вопрос. А вот почему он не хочет, джентльмен? Вот причина. Внимание! Он хочет произвести на меня впечатление, чтобы я его оставил. Что? Видимо, не совсем верно выразился. Он хочет разжалобить меня, чтобы я отказался от идеи расстаться с ним. Тоже не совсем верно. Вы хотите избавиться от него? Он хочет меня обмануть. У него не выйдет. Хотите избавиться от него? Думаю, что когда я увижу, как хорошо он носит, я склонюсь к тому, чтобы оставить его в этой роли. А он вам больше не нужен? Но носит он как свинья, это работа не для него. Хотите избавиться от него? Думаю, что когда я увижу, как он неутомим в своих попытках, я откажусь от своего решения. Вот! Каков его жалкий расчет! Как будто бы у меня не хватает рабов! А? Атлас! Сын Юпитера! Вот, что я думаю. Еще вопросы? Да-да. Вы хотите избавиться? Заметьте, я мог бы быть на его месте, а он на моем, если бы не... Судьба. Судьба распорядилась иначе. Каждому свое. Вы хотите избавиться от него? Простите. Вы хотите избавиться от него? Хочу, но! Вместо того, чтобы его выгнать, я имею в виду выгнать пинком под зад. По доброте своего сердца веду его на ярмарку Христа Спасителя, где очень надеюсь выручить за него хорошую цену. Истина состоит в том, что таких тварей выгонять нельзя. Проще просто сразу убить. Он плачет. У старых собак достоинства больше. Вам его жалко. Идите-ка, выпейте ему слезы. Давайте, давайте. Он будет чувствовать себя не таким обездоленным. Давайте. Я сделаю. Поторопитесь, вдруг плакать перестанете. Он искалечил меня! Я же говорил! если потребуется. Он перестал плакать. Вы, так сказать, его заменили. Слезы в мире всегда проливаются в одном и том же количестве. Если кто-то где-то плакать прекращает, кто-то где-то другой начинает. Кстати говоря, тоже верно и в отношении смеха. Давайте мы не будем говорить о нашем поколении как о больном. Оно же ведь не более больное, чем предыдущее. Но и давайте мы не будем говорить о нем как о здоровом. Давайте вообще. Попробуй. И это верно. Походи. Население увеличилось. Да? Угадайте, кто научил меня всем этим прекрасным вещам? Мой счастливчик. Неужели ночь никогда не наступит? Вообще, если бы не он, все мои мысли, все мои чувства были бы заурядны. Как того требовало мое ремесло. Впрочем, неважно какое. Красота, грация, милосердие, истина чистейшей воды, высшая истина, первый класс, люкс для меня. Все это было недоступно, и я знал об этом. И тогда я взял себе жертвеца. Жертвеца? Да. Это было почти 60 лет назад. Почти 60. Обо мне не скажешь, правда? Ну, во всяком случае, по сравнению с ним-то я выгляжу молодым. Нет! Шляпа! Видали? Что такое жертвец? А вы не отбили всего, как я погляжу. Раньше были шуты, теперь жертвецы. Ну, естественно, у тех, кто может себе это позволить. Теперь вы выгоняете его? Такого старого и преданного слугу? Вот дерьмо! После того, как вы высосали из него все соки, вы выбрасываете его как шкурку от банана. В самом деле! В самом деле! Вы даже не представляете, что он делает со мной. Я просто скажу слова. Я так больше не могу. Он сходит с ума. Это ужасно. Он так больше не может? Больше не может. Как вы смеете? Стыдитесь! Такой добрый хозяин. После стольких лет. В самом деле. В самом деле. Раньше он был такой добрый. Такой отзывчивый. Он меня развлекал. Мой милый ангел. Рядом с ним я делался лучше. А теперь он убивает меня. Он хочет его заменить. Что? А я вот что-то не понял. А он хочет кого-то взять на его место. А? Что? Спроси его. Простите, джентльмены, не знаю, что на меня сейчас нашло. Забудьте все, что я сейчас здесь говорил. Я точно не помню, что это было. Вы можете быть уверены, в этом не было ни слова правды. Что-то я похож на человека, которого можно заставить страдать. Ну, в самом деле. Где моя трубка? Вы трубку не видели? Чудный вечерок. Незабываемый. Он еще не закончился. Видимо, нет. Он только начинается. Это ужасно. Хуже, чем в театре. Цирк. Мюзик-холл. Цирк. Да куда я ее засунул? Он ее куда-то засунул. Очень смешно. Просто обоссаться как смешно. Я сейчас... Конец коридора налево. Займи мне место. Где мой герой? Простите, вы трубку не видели? Да, спасибо. Нет, там высоко, я не возьму. А, где моя трубка? Трубка моя, где? Это моя трубка! Моя трубка! Где? Трубка моя! А где второй? Что, ушел? Не попрощавшись? Можно было хоть до свидания сказать. Его разорвал Бог. А, тогда ладно. Идите сюда. Что? Ну идите, увидите. Ну что хотите, чтобы я встал? Быстро! Пссс. Ну, знаете. Становись, становись. Браво! Он недоволен. Ты такую сцену пропустил. Он успокаивается. На самом деле все успокаивается. Происходит великое спокойствие. Слышите? Великий пан спит. Will night never come? Неужели ночь никогда не наступит? А вы, похоже, не хотите уходить, пока она не наступит. Ну, вы понимаете. Да. Это вполне естественно, вполне. Если бы я был на вашем месте, сидел бы, сечтал бы этого вашего года-годов один, в любом случае, понимаете, о ком я бы сидел и ждал. До темноты, прежде чем подняться. Как же я хочу опять сесть. Только я не знаю, как к этому подойти. Могу я чем-нибудь помочь? Возможно, если вы попросите меня. Что? Попросите меня сесть. А это поможет? Ну да. Конечно, какие пустяки. Садитесь, сэр, прошу вас. Нет! А нет! Нет, я не помышлял об этом. Попросите еще раз, будьте настойчивы. Ну, сэр, что ж вы все на ногах, да на ногах, так и простудиться недолго. Вы что, правда так думаете? Абсолютно. Несомненно, вы правы. Спасибо, дорогой. Вот я и сижу. Но мне правда надо идти, если я не хочу выбиться из графика. Время остановилось. Нет, не верьте этому, сэр, не верьте. Все, что угодно, но только не это. А он сегодня все видит в черном цвете. Кроме небесного свода! Кажется, я начинаю понимать, что здесь происходит. Вы не из этих мест. Вам неизвестны наши сумерки. Хотите, расскажу? Ну да я не могу вам сказать. Что с кнутом? Не кнут, а дрянь какая-то. Пошли. Зачем вы встали, сэр? Вы же простудитесь. Что, правда так думаете? Как вас зовут? Иди. О чем я? А, да! Сумерки! Посмотрите на небо! Ты будешь смотреть на небо, скотина? Хорошо, достаточно. Что в нем такого необычного в этом небе? Небо! Как небо! Такое бледное, такое ясное, как любое небо! В это время дня, в это время года, в этих широтах, когда погода хорошая, начиная где-то примерно часов с 10 утра оно изливает на нас потоки алого, белого света. А где-то час назад оно начинает тускнеть. Оно теряет яркость. Небо бледнее. Потом еще немного бледнее. Бледнеет. 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 Бледнеет, пока не... Все. Кончено. Но за этой вуалью доброты и мира на нас уже мчится ночь. Мчится! И набрасывается на нас. Бац! Именно в тот момент, когда мы меньше всего этого ждем. Вот как все происходит на этой сучьей земле. Ну, поскольку теперь все это знают, можно и подождать. Когда знаешь, чего ждать. Незачем волноваться. Просто ждать. Мы привыкли ко всему. Ну, джентльмены, ну как я вам? Хорошо? Средний. Средний. Так себе. Посредственно? Что, ну откровенно плохо, что ли? В конце концов! О! Очень хорошо. Очень, очень хорошо. А вам, сэр? Да зашибись, сэр. Просто зашибись. Храни вас Бог! Мне так нужна поддержка! Немного ждал финала, не находите? О, ну, если только совсем... Чуть-чуть. Я думал, так и надо было. Память хромает. Между тем ничего не происходит. Вам скучно? Есть малость. А вам, сэр? Бывало и повеселей. Что ж, джентльмены, спасибо. Спасибо. Вы были толерантны со мной. Нет. Вы были корректны. Поэтому я спрашиваю себя, что я в свою очередь могу сделать для этих честных парней, которые так скучают. Знаешь, 50 центов помогли бы нам. Не попрошайки. Что я могу сделать? Я дал им кость. Я с ними говорил о том, о сём. Да, надо признать, именно я объяснил им, что такое сумерки. Но достаточно ли этого? Вот что терзает мою душу. Достаточно ли? Хотя 25. Достаточно. Я меньше не взял бы. Достаточно? Да несомненно. Но я либерал. Такова моя натура. Сегодня вечером. Эти сумерки. Несомненно, я буду страдать. Ну, джентльмены, что вы предпочитаете? Чтобы он нам спел, станцевал, встал наизусть, декламировал, думал или... Кто? Вы умеете думать? Вы двое. Он думает вслух. Раньше я его мог слушать часами. Теперь... Ну, так тем хуже для меня. Ну что, пускай что-нибудь подумает. А я бы предпочел, чтобы станцевал. Это же веселее. Ой, не обязательно. Дядя, разве это не веселее? Я бы лучше послушал, как он думает. Можно он нам сначала станцует, а потом подумает, если это не очень тяжело для него. Это возможно? Да это естественный порядок. Тогда пускай танцует. Слышал, скотина? Танцуй! Никогда не отказывается. Отказался один раз. Вот раньше он танцевал. Танцевал флинт, фанданг, кадриль, джигу, даже хорнпайп. Он танцевал от радости. А теперь вот это все, на что он способен. А знаете, как он это называет? Агония козла отпущенная. Твердый стул. Угу. Сеть! Думает, что запутался в сети. Никто не приходит. Не уходит, это ужасно. А попросите его подумать. Да, но вам надо дать ему его шляпу. Дать его шляпу? Он не может думать без своей шляпы. Эй, дай ему его шляпу. Я после того, что он со мной сделал? Я дам ему. Прикажите, пусть он сам возьмет свою шляпу. Нет, шляпу ему надо дать. Я дам ему его шляпу. Вы должны надеть ее ему на голову. Пусть он сам наденет ее себе на голову. Нет, ее ему на голову надо надеть. Я надену ему ее на голову. Ну, черт, черт. Отойдите. Стоять! Назад! Вперед! Думать! Принимая во внимание существование персонального бога, таким, какой он проистекает из последних работ штемпеля бумажки в виде субстанции седобородой, вневременной, внепространственной, которая с высоты своей божественной апатии, божественной афазии, божественной агнозии любит нас всех, кроме некоторых, неизвестно почему, но время покажет, и подобно божественной Миранде страдает с теми, кто непонятно за что, обречен на муки ада, огонь вечный, но стоит только, стоит сколько можно ждать и терпеть, и тогда пламенем гнева судья и творец всеобщему миру положит конец. Все знают, не станет он вечно терпеть, и в ад обратится небесная твердь, сегодня пока еще местами такая лазурная и спокойная, тем спокойствием, которое хоть и переменчиво, но тем не менее желанно. Но не будем забегать вперед, это согласно последним незавершенным исследованиям Физдабула Деблана, незавершенным, но тем не менее премированным, а как Академия Антропометра в Бильдерберге выясняется, что человек, вопреки противоположному человеку, что человек одним словом, Физдабула Деблана, что человек одним словом, несмотря на прогресс в области потребления, то питания и удаление продуктов распада теряет в весе, и в то же время параллельно известно почему, несмотря на расцвет физкультуры, знаете, спорта, такие как теннис, футбол, бег, велосипед, плавание, фехтование, авиация, эволюция, на коньках, на льду, на асфальте, спорт, зимний, летний, осенний, весенний, осенний теннис, на траве, на сосне, на земном корте, хоккей на небе, на море, в облаках, несмотря на создание пенициллинных суррогатов, генно-модифицированных метиловитаминов и антиоксидантов, параллельно с понижением, известно почему, на сене, шпрее, уазе, марне, фулхэм, клапхэм, бэкхэм, Брексит, человек одним словом худеет, чахнет и сохнет. Таким образом, чистые потери на голову, на душу, на нос. Со дня смерти Вальтера составит порядка примерно 2 пальца 100 грамм на голову, на душу, на нос. Примерно в среднем, округленно, приблизительно, с походом в Хиросиме без каблуков. Неизвестно почему. Тени в Хиросиме. Это все не важно. Что гораздо важнее? С этим продолжающих шепотов пораженных Хиггса. Что из этого следует, что гораздо важнее? С этих природных исследований Крюцер команду, что там, за городом, в горах, на берегу моря, реки огня, воздух одинаков и вода. То есть страдает воздух и земля, когда погода у нуля, когда большие холода. Для камня это не беда, забыто в прошлом навсегда. Эфир струится без труда, в кошмаре бездны холода. Но камни это навсегда. Продолжаю, повторяю, вижу. Борода, пламя, слезы, камни, череп в Хиросиме. Опыты незавершены. Без конца опыты. Опыты незакончены. Незакончен опыт Бозона Хиггса. Опыт Бозона Хиггса. Опыт Бозона Хиггса. Шляпу! Шляпу! Снимите шляпу! Опыт Бозона Хиггса. Я там все! Конец размышлениям. А он сможет ориентироваться? Я его сейчас ориентирую. Встать, скотина! Вдруг он умер! Бьете. Помогите мне! Как? Поднимите его! Он делает это специально! Вам надо его держать! Хорошо, он нафиг. Поднимите и держите! Давай еще раз. За кого он нас принимает? Держите! Держите! Отпускайте! Вперед! Спасибо, Джек. Спасибо, может ходить. Может. Спасибо. Это мое. Спасибо и разрешите пожелать. Пожелать... Где мои часы? Часы мои где? Настоящий Кавказ мне девушка подарила. Где мои часы? Где часы? Часы где? Не видели часы? А может они у вас в кармане этих часов, сэр? Так, идите сюда, слушайте. Там непременно должно быть слышно тиканье. Тихо! Я что-то слышу. Где? Это сердце. Мою мать. Тихо! Может они остановились? Кто из вас так воняет? У него изо рта, у меня от ног. Мне надо идти. Как же ваш Халфхантер? Я, должно быть, забыл его. Сам. На пятнистой дорожке. Тогда прощайте. 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 И до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Спасибо. 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 Да нет. Да-да. Нет, нет. Да-да. Нет, нет. Я не могу уйти. Такова жизнь. Идете не туда. Надо разбежаться. Пошел! Быстрее! Быстрее! Дороги! Дороги! Пошел! Пошел! Стул! 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 До свидания! 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 Вот и время прошло. Оно бы и так прошло. Да, но не так быстро. Что делаем? Не знаю. Пошли. Мы не можем. Почему? И ждем Годо. Как они изменились? Те твой. Это идея. Давай побеседуем. Не правда ли? Что? Они изменились? Очень вероятно. Все меняются, кроме нас с тобой. Вероятно. Это так и есть. Ты что, их не видел? Я полагаю, видел, но я их не знаю. Но ты их знаешь. Нет, не знаю. Говорю тебе, мы их знаем. Ты все забываешь. Если они, конечно, не те же самые. Чего они нас не узнали? Это ничего не значит. Я тоже притворился, что не узнаю их. Нас с тобой никто никогда не узнает. Забудь об этом. Что нам нужно? Ой. Ой. Если только... Они не те же самые. Иди, теперь другая нога. Если только... Они не те же самые. Мистер! Мистер! Начинается. Подойди! Дитя мое! Мистер Вальтер? Да. Что тебе нужно? Подойди. Подойди, тебе говорят. Что случилось? Мистер Годо просил... Ясно. Подойди. Ты подойдешь или нет? Почему ты так поздно? Тебя послали от мистера Годо? Да, сэр. Ну и... Почему ты так поздно? А? Это не моя вина, сэр. Чья? Моя? Я боялся, сэр. Чего ты боялся? Нас? Отвечай. Я знаю, в чем дело. Он боялся тех, других. Сколько времени ты здесь? Довольно долго, сэр. Ты боялся кнута? Да, сэр. Криков? Да, сэр. Двух больших дядей? Да, сэр. Ты знаешь? Нет, сэр. Ты местный? Ты из этих местных? Да, сэр. Это все сплошное вранье! Оставь его в покое! Что с тобой? Что с тобой стало? Я несчастен. Может быть, с каких пор? Я забыл. Память играет с нами злые шутки. Мистер Годо просил... Я видел себя раньше, так? Я не знаю, сэр. Ты не узнаешь меня? Нет, сэр. Это не ты приходил вчера? Нет, сэр. Ты первый раз пришел сюда? Да, сэр. Слова. Говори. Мистер Годо просил передать, что он не придет сегодня вечером. Но завтра обязательно. Это все? Да, сэр. Ты работаешь на мистера Годо? Да, сэр. Что ты делаешь? Я ухожу за Годо, сэр. Он добр к тебе? Да, сэр. Он не бьет тебя? Нет, сэр, не меня. Кого он бьет? Моего брата, сэр. У тебя есть брат? Да, сэр. А что он делает? Он ухаживает за овцой, сэр. Почему он тебя не бьет? Я не знаю, сэр. Наверное, он любит тебя. Я не знаю, сэр. У тебя достаточно еды. Он хорошо тебя кормит? Достаточно хорошо, сэр. Ты не несчастье. Меня слышишь? Да, сэр. Ну и? Я не знаю, сэр. Ты не знаешь, несчастлив ты или нет? Да, сэр. Ха. Ты прям как я. А где ты спишь? На чердаке, сэр. Свой брат? Да, сэр. На сене? Да, сэр. Хорошо. Хорошо. Можешь идти. Что передать мистеру Годо? Передай ему? Передай ему? Что ты видел нас? И ты же видел нас? Да, сэр. Что ты делаешь? Бледная от того, что устала. А? Карабкаться на небо и смотреть на нас оттуда. Ботинки. Что ты делаешь с ботинками? Я оставляю их. Придет кто-нибудь такой же, как я, с ногой поменьше, и будет в них счастлив. Но ты же не можешь ходить босиком? Христос ходил. Ох, Христос. Какое Христос имеет к этому отношение? Ты же не будешь сравнивать себя с Христом? Всю свою жизнь я сравнивал себя с ним. Там, где он ходил, там было тепло, там было сухо. Да, и распинали быстро. Ха! Ладно, нам тут больше нечего делать. И в любом другом месте тоже. Эй, Луго, не надо так. Завтра все изменится к лучшему. С чего ты это взял? Ты не слышал, что сказал мальчик? Нет. Он сказал, что завтра Годо обязательно придет. Что ты на это скажешь? Остается только сидеть и ждать. Ты с ума сошел. Нам нужно где-то укрыться. Пойдем. Жалко, у нас нет кусочка веревки. Пойдем, мне холодно. Напомни мне, чтобы я завтра взял кусок веревки. Хорошо, пойдем. Сколько времени мы вместе? Не знаю. Лет 500. Ты помнишь тот день, когда я бросился в реку? Мы тогда работали на винограде. Ты меня оттуда вытащил. Все это было, и быльем поросло. Моя одежда сохла на солнце. Не стоит вспоминать об этом. Пошли. Подожди. Пошли, мне холодно. Подожди. Мне все-таки кажется, что нам лучше поодиночке. Каждый за себя. Мы не созданы, чтобы идти одним путем. Это еще неизвестно? Да. Ничего не известно. Мы все еще можем расстаться, если тебе кажется, что так будет лучше. Теперь уже не важно. Да. Теперь уже не важно. Пошли. Пошли. Тебя. Скажи мне. Еще один день прошел. Еще нет. Для меня он закончился и прошел. Не важно, что происходит. Ты, я слышал, пел. Да, я помню. Это добило меня. Я сказал себе, вот он и остался один. Решил, что я ушел навсегда, и он поет. Весь день я был в отличной форме. Я не вставал ночью ни разу. Видишь, ты лучше писаешь, когда меня нет. Я скучал по тебе. И в то же время был счастлив. Разве это не странно? Счастлив? Да, ну, возможно, это не совсем правильное слово. А сейчас? А сейчас ты снова здесь. Мы снова здесь. Я снова здесь. Видишь, тебе хуже, когда я с тобой. Мне тоже лучше, когда я один. Тогда какого черта ты приполз? Я не знаю. Не знаешь? А я? Знаю. Это потому, что ты не знаешь, как защитить себя. Я бы не позволил им тебя побить. Ты бы ничего не смог сделать. Почему это? Их было 10. Нет, я имею в виду, я бы не дал тебе ввязаться в драку. И неважно, как ты это сделал. Я ничего не делал. Тогда почему тебя побили? Я не знаю. Нет, Гого. Истина состоит в том, что есть вещи, которые ускользают от тебя, но не ускользают от меня. Ты должен сам это чувствовать. Но я ничего не делал. Допустим, ты ничего не делал. Но как? Как ты это не делал, если хочешь продолжать жить? Я ничего не делал. Ладно, не будем больше об этом. Ты вернулся, и я счастлив. Я ничего не делал. Ты тоже должен быть счастлив в глубине души, если ты, конечно, знаешь, что это. Счастлив из-за чего? Счастлив снова быть со мной. С чего ты это взял? Скажи, что ты счастлив, даже если это неправда. Что я должен сказать? Скажи, я счастлив. Я счастлив. И я тоже. И я тоже. Мы счастливы. Мы счастливы. А что нам теперь делать, когда мы счастливы? Ждать Годо. А, да. Здесь что-то изменилось со вчерашнего дня. Если он никогда не придет. Тогда и посмотрим. Я говорю, здесь что-то изменилось со вчерашнего дня. Все дерьмо. Дерево! Дерьмо. Посмотри на дерево. Вчерашнее дерьмо не такое, как вчерашнее, а по сути дерьмо. Дерево, посмотри на дерево. Оно вчера тут было. Ты не помнишь? Мы чуть было не повесились на нем. Точно, мы чуть было не повесились на нем. Ты не захотел, не помнишь? Тебе это приснилось. Неужели ты все забыл? Я такой или забываю сразу, или помню всегда. А Поццо счастливчик ты тоже забыл? Поццо счастливчик. Он ничего не помнит. Я помню психа, который дал мне пинка, а потом он валял дурака. Это был счастливчик. Я помню, но когда это было? А хозяина, его хозяина ты помнишь? Он дал мне кость. Это был Поццо. И все это было вчера. Конечно, это было вчера. Но там, где мы сейчас... Ну где еще, по-твоему? Ты не узнаешь это место? Узнаешь? Что тут узнавать? Я всю свою паршивую жизнь провел в грязи, и ты хочешь, чтобы я видел в ней разницу? Посмотри на эту кучу дерьма, я никогда не вылезал с нее. Успокойся, успокойся. Ты, твои ландшафты. Может, лучше поговорим о могильных червях? Ну ты же не будешь утверждать, что это похоже на провинцию Шампань. Ты же не будешь спорить, что здесь большая разница. Провинция Шампань? Кто сказал тебе про провинцию Шампань? Ну ты сам там был. В провинции Шампань! Нет, я никогда не был в провинции Шампань. Я всю свою засратую жизнь провел здесь. Здесь, в провинции Срань. Фу, да говорю тебе, мы там были вместе. Могу поклясться. Мы работали, собирали виноград для человека по имени... Не помню имени этого человека. А, местность называлась? Не помню, как называлась местность. Ты не помнишь? Да, может быть. Я ничего не заметил. Ну там же все красное. Я сказал, я ничего не заметил. Ты трудный человек, Гого. Было бы лучше разойтись. Ты всегда так говоришь и всегда приползаешь обратно. Лучше всего было бы сразу убить меня, как того другого. Другого? Какого другого? Как миллионы других. Каждый человек несет свой маленький крест. Пока он не умрет, и о нем все не забудут. Давай пока спокойно побеседуем, раз уж мы не можем хранить молчание. Да, ты прав. Мы неистощимы. Это чтобы не думать. У нас есть на это свое оправдание. Это чтобы не слышать. У нас есть на это свои причины. Все эти мертвые голоса. Они шумят, как перья. Как листья. Как песок. Как листья. Они говорят все вместе. Каждый про себя. Скорее они шепчут. Ропщут. Бормочут. Ропщут. А чего они говорят? Они говорят о своих жизнях. Недостаточно было жить. Они должны были рассказать об этом. Недостаточно было быть мертвыми. Этого недостаточно. Они шумят, как перья. Как листья. Как пепел. Как листья. Я пытаюсь. Скажи хоть что-нибудь, наконец. Что мы сейчас делаем? Ждем Годо. А? Невыносимо. Спой что-нибудь. Нет, нет. Быть может, мы могли бы начать с самого начала. Да, так было бы легче. И начинать всегда труднее. Ты можешь начать с чего угодно. Да, надо решить чего. Правда. Помоги мне. Я ищу слова. Когда ты ищешь, ты стараешься. Стараешься. Мешает найти. Мешает. Мешает думать. Ты все равно думаешь. Это невозможно. Вот, а это мысль. Давай возражать друг другу. Это невозможно. Ты так думаешь? Тогда мы рискуем вообще больше не думать. Так о чем мы жалеем? Думать это не самое страшное. Вот, это уже что-то. Что же что-то? Это мысль. Давай спрашивать друг друга. Что вы имеете в виду? Над вот уже что-то. Вот уже что-то не самое страшное. В общем, да. И что? Стоит сказать спасибо за такое счастье? Самое страшное – это думать о чем-то конкретно. Раньше такое когда-нибудь с нами случалось. Тогда откуда все эти трупы? Груда скелетов. Скажи мне. Вот именно. Раньше надо было думать. В самом начале. Гроб, гроб. Груды трупа. Сплошная бойня. Главное, туда не смотреть. Слишком притягивает взгляд. Верно. А ты попробуй, как все. Прошу прощения. Попробуй, как все, не смотреть. Мы должны решительно смотреть в лицо природе. Мы это уже пробовали. Верно. Значит, не самое страшное. Что? Думайте о чем-то конкретно. Очевидно, это так. Но мы могли обойтись и без этого. Хозяин, барин. А, прошу прощения. Хозяин, барин. А, да. Хозяин, барин. А мы неплохо поговорили, а, Диди? Да. Ну, надо найти что-то еще. Дай подумать. Ну, дай подумать. Дай подумать. Дай подумать. Дай подумать. О! А? О чем я говорил? Мы можем продолжить оттуда. О чем ты говорил, когда? В самом начале. В самом начале чего? Вечера. Ну, я говорил. Я не историк. Мы обнимались. Мы были счастливы. Мы обнимались, мы были счастливы. Так, дай подумать. Так, мы обнимались, мы были счастливы. Что нам делать, когда мы счастливы? Так, мы обнимались, мы были счастливы. Что нам делать, когда мы счастливы? Продолжай ждать. О! Мы обнимались, мы были счастливы. Что нам делать, когда мы счастливы? Продолжай ждать. Так. Мы обнимались, мы были счастливы. Что нам делать, когда мы счастливы? Продолжай ждать. Знаешь, чтобы ждать. Так, мы обнимались, мы были счастливы. Что нам делать, когда мы счастливы? О! Смотри на дерево. Ты не помнишь? Я устал. Вчера оно было голым, как скелет, а сегодня покрыто листьями. Листьями? За одну ночь. Наверное, весна пришла. Да, но за одну ночь. Я тебе говорю, нас вчера здесь не было. Это еще один твой кошмар. А вчера здесь не было? Да, где мы были вчера, по-твоему? Откуда мне знать? В другом отсеке. Пустоты везде хватает. Хорошо. Нас вчера здесь не было. Тогда что мы делали вчера, по-твоему? Делали. А? Ну, давай, соберись, постарайся и вспомни. Делали, я полагаю, мы болтали. О чем? О том, о чем, ни о чем конкретно. Да, я вспомнил, мы провели вчерашний день, болтая ни о чем. Так продолжается уже полвека. Неужели ты не помнишь ни одного факта, ни одного обстоятельства? Не мучи меня, Китин. А солнце, луна, ты их тоже не помнишь? Да, они должны быть там, где обычно. Ты не помнишь ничего из ряда вон выходящего? Увы. Поццо и мисочка. Я люблю только розовые, ты же знаешь. Ты не будешь? Я люблю только розовые редиски. Тогда верни мне ее. Я пойду. Я добуду морковку. Все это начинает становиться бессмысленным. Не совсем. А что, если попробовать? Я все перепробовал. Нет, ботинки. Я имею в виду ботинки. Ты думаешь, в этом есть смысл? Ха-ха, поверь, это будет настоящее приключение. Развлечение. Отвлечение. Развлечение. Приключение. Попробуй. Развлечение. А ты поможешь? Конечно, помогу. Давай сначала попробуем левый. Мы ведь всегда что-то найдем, а, Диди? Что дает нам впечатление того, что мы существуем. Да, мы волшебники. Только давай продолжим делать то, что мы решили, пока мы не забыли. Так, ну, другую свинью. Ну, левую, ну левую, ну, другую. Ну, так выше, выше, выше. Попробуй, походи. Ну как? Он мне как раз. Попробуй зашнуровать его. Нет, никаких шнурков, никаких шнурков. Ты пожалеешь. Давай примерим второй. Выше. Тогда ты можешь оставить их себе. Носи на здоровье. Они мне велики. Быть может, когда-нибудь у тебя будут носки. Правда? Ну, так ты оставишь их себе? Все, поговорили о ботинках, хватит. Да, но... Хватит! Я полагаю, я могу сесть. Вчера вечером ты тут сидел. Спать бы сейчас. Вчера вечером ты спал. Я попробую. Ну, подожди. Баю, баюшки, баю. Так. По-твоему, лучше сидеть на одном месте и ничего не делать? Да. Ладно. Хозяин барин. Пошли. Мы не можем. Почему? Мы ждем Годо. А, да, ты уже не можешь стоять спокойно. Мне холодно. Мы пришли слишком рано. Это всегда происходит в сумерки. Что-то не темнеет. Не всегда наступает внезапно, как вчера. Зачем будет ночь? Мы сможем уйти отсюда. За ней будет опять день. Что нам делать? Что нам делать? Хватит скулить. Я сыт по горло твоими стенаниями. Я ухожу. Прощай. Шляпку счастливчика. Я целый час здесь брожу, до сих пор ее не заметил. Прекрасно. Ты никогда меня больше не увидишь. Я знал, что мы пришли на правильное место. Теперь с нашими бедами покончено. А должно быть, это была отличная шляпа. Вот. Подержи. Как я тебе? Откуда мне знать? Как я в ней выгляжу? Отвратительно. Да, ну не хуже, чем обычно. Не хуже, не лучше. Тогда я могу оставить ее себе. Моя меня давила. Или как это сказать? Моя меня свербила. Я ухожу. Ты не будешь играть? Во что играть? В Поццо и счастливчика. Никогда об этом не слышал. Давай, я буду счастливчик, ты будешь Поццо. Ну, давай, ругай меня. Говнюк. Говно. Косвина. Филоксера. А теперь прикажи мне думать. А? Скажи, думай, свинья. Думай, свинья. Не получается. Ну, хватит. А прикажи мне танцевать. Скажи, танцуй, свинья. Я ухожу. Не получается. Гугу. Гугу! Вернись, Гугу! Гугу! Гореть не в аду. Где ты был? Я думал, ты ушел на себя. Я дошел до подъема. Ой, этот платок плоская как ладонь. Выходь, не как на ладони. И вот там нет выхода. Давай, скорее туда. Там ни черта не видно. Не хочешь? У тебя можно понять. Так, подожди. Я подумаю. Так, выходит, тебе остается только одно. Исчезнуть. А? За деревом. Давай, скорее, за дерево. Двигайся! Определенно нет никакого толка в этом дереве. Ты сошел с ума? Да. Прости, я потерял голову. Больше не подавиться. Давай, говори, что делать. Ничего. Встань! Да! Смотри в оба! Не шевелись! Спиной к спине, как в старые добрые времена! Подкрепление. Помогите! Это Годо! Мы начали было сдаваться, но теперь мы обязательно продержимся до конца вечера. Помогите! Ты слышишь? Теперь мы не одни будем ждать ночи. Ждать Годо. Ждать, чтобы ждать. Весь вечер мы боролись с собственными силами, но теперь с этим покончено. Завтра уже наступило. Помогите! Время снова идет. Солнце сядет, луна встанет. И мы далеко отсюда. Жальтесь! Бедный Поццо. Я знал, что это он. Кто? Годо. Это не Годо. Это не Годо? Это не Годо. Тогда кто это? Это... Поццо! Это я! Я! Жальтесь! Помогите мне! Поднимите меня! Он не может подняться. Пошли отсюда! Мы не можем. Почему? Ждем Годо. А, да. Может, у него есть еще одна куриная кость для тебя? Кость? Ну, куриная, ты не помнишь? Это был он? Да. Спроси его. Может, сначала поможем? Что поможем? Подняться. Он не может подняться? Ну, хочешь подняться? Так пусть поднимается. Не может. Почему? Я не знаю. А давай сначала попросим у него кость, а если он откажется, мы его бросим тут. Ты имеешь в виду, что он полностью в нашей власти? Да. И что мы можем предложить наши услуги на определенных условиях? Да. А это мысль. Только есть одна вещь, я боюсь. Какая? Счастливчик может внезапно очнуться, тогда нам не сдобровать. Счастливчик? Тот, который бил тебя вчера. Я тебе сказал, он было 10. А нет, до того, который дал тебе пинка. Вон там. Тот, собственной персоной. Сейчас он неподвижен, но в любой момент может сорваться с цепи. Помогите. А что, если мы его сейчас хорошенько побьем, мы вдвоем? Ты имеешь в виду напасть на него, пока он спит? Да. А это мысль. Только получится ли у нас? И спит ли он на самом деле? Нет, давай лучше воспользуемся тем, что Поццо зовет на помощь. Помогите! И поможем ему. Поможем ему? Да, в расчете на благодарность. А если он... Мы не будем спорить по пустякам. Давай сделаем хоть что-нибудь, пока у нас есть шанс. Не каждый день мы кому-нибудь нужны. Конечно, не то, чтобы именно мы нужны. Другие могли бы справиться с этим так же, если не лучше. Все эти крики о помощи, все еще звучащие в наших ушах, были адресованы всему человечеству. Но в данном месте, в данный момент все человечество — это мы. Помогите! Нравится нам это или нет? Так давай сделаем хоть что-нибудь, пока у нас есть шанс. Давай хоть раз в жизни представим достойно отбросы общества, с которыми нас сравняла жестокая судьба. Что ты на это скажешь? Я не слушаю. Очень плохо! Истина состоит в том, что пока мы сидим, сложа руки и взвешиваем все за и против, мы недостойны того, чтобы принадлежать к нашему биологическому виду. Тигр бросается на выручку своих сородичей без раздумий и убегает вглубь чаще. Но вопрос не в этом! Что мы здесь делаем? Ну вот в чем вопрос. Вот в чем вопрос. Что мы здесь делаем? Наше счастье состоит в том, что мы знаем ответ. Да! Во всем этом невероятном хаосе ясно лишь одно. Мы ждем Годо! 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 Мы ждем! Ждем, когда придет Годо. Да? Помогите. Или когда наступит ночь. У нас назначена встреча. И точка. Мы не святые, но у нас назначена встреча. Сколько людей могут похвастаться тем же? Миллиарды! Ты думаешь? Я не знаю. Может, ты прав. Помогите! Все, что я знаю, это то, что в нашем положении время кажется вечностью и заставляет заполнять себя действиями и поступками, которые на первый взгляд кажутся разумными, пока они не войдут в привычку. Ты скажешь, что это уберегает наш разум от угасания. Да, несомненно, но не блуждает ли он с давних пор в бездонных глубинах бесконечной ночи обязальных впадин? Вот что иногда меня удивляет. Ты следишь за моими рассуждениями? Мы все родимся психами, некоторыми остаются. Помогите мне, я вам заплачу. Сколько? Фунт. Мало. Я бы не заходил так далеко. А что, достаточно? Нет, я имею в виду так далеко, чтобы утверждать, что у меня были проблемы с головой, когда я появился на свет. 2 фунта. Но вопрос не в этом. Что мы здесь делаем? Мы Не спорь со мной, это невозможно отрицать. Хорошо. Вдруг появляется возможность развлечься. Что мы делаем? Выпускаем ее. Давай. Вперед. За работу. Еще мгновение, и все исчезнет. Мы вновь останемся одни посреди ничего. 2 фунта! Идем. Идем. По ним. Кто пернул? Это Поццо. Я, это я! Помогите мне, поднимите меня! Это отвратительно. Скорее, дай мне руку. Что я ухожу. Ну хорошо. Я и сам встану, рано или поздно. А что с тобой? Гори в аду. А ты остаешься? Пока да. Ладно, иди, вставай, ты простудишься. Нет, не беспокойтесь обо мне. Нет, иди, давай. Не будь свиньей. Тяни. Помогите. Ну все, приплыли. Вы кто? Люди. Мать земля родная. Ты можешь подняться? Я не знаю. А попробуй. Не сейчас. Что происходит? Да заткнись ты, жопа, только о себе и думай. Как насчет немножко поспать? Не слышу, он хочет знать, что происходит. Не слушай его, спи. А? Братец! Кто это? Это опять эта жопа Поццо. Заставь ее заткнуться, дай ей по яйцам. О. Заткнись ты, ландовошка. Счастливчик! Он вырвался. Счастливчик! Он ползет. Счастливчик! Он встал. Счастливчик! Он упал, не двигается. Может, он умер? Видишь, решили ему помочь, вот и влипли. Я мог бы подползти к нему. Нет, не бросай меня. Я мог бы позвать его. Да, позови его. Поццо. Давай вместе. Поццо. Он пошевелился. Ты уверен, что его зовут Поццо? Мистер Поццо, вернитесь, мы не будем больше вас бить. Можно попробовать другие имена. Мне кажется, он умер. Вот было бы смешно. Что было бы смешно? Позвать его другими именами, это убьет время. И в конце концов мы наткнемся на настоящее. Говорю тебе, его зовут Поццо. А вот сейчас проверим. Адель! Помогите! Меня начинает утомлять этот мотив. А второго, наверное, зовут Каин. Каин! Каин! Помогите! Да тут весь род человеческий собрался. Смотри на это маленькое облачко. Где? Там, в зените. Ну и что в нем такого необыкновенного? Давай сменим тему. Я только хотел предложить. Да, но на какую? Вот именно. Может, нам встать для начала? Можно попробовать. Херня война. Вопрос желания. Что дальше? Помогите! Пошли. Мы не можем. Почему? Мы ждем Годо. Да, что нам делать? Что нам делать? Помогите! Может, поможем ему? А что он хочет? Он хочет подняться. А что он не поднимается? Ну, он хочет, чтобы мы ему помогли. Так чего же мы ждем? Пойдем? Пойдем. Пойдем. Поможем. Кто вы? А вы не узнаете нас? Я слепой. Слепой? Вот он ясновидящий. Слепой с каких пор? Ну, раньше у меня было прекрасное зрение. Скажите, а вы друзья? Да, он спрашивает, друзья ли мы с тобой. Он имеет в виду, друзья ли мы ему? А мы его друзья. Конечно, вы помогли ему. У нас есть доказательства. А оставим мы им помогать, если бы не были ему друзьями. Возможно. Наверняка. Мы не будем спорить по пустякам. Вы точно не разбойники. Разбойники? Вы что, похожи на разбойников? Да ладно тебе, уже слепой. Так, мы утверждали. Не бросайте меня. Не вопрос? Пока, во всяком случае. На который час? Сейчас посмотрим. Часов 7-8. Зависит от времени года. Сейчас вечер. По-моему, солнце снова всходит. Не говори ерунды. А если это заря? Это невозможно, там же запах. Откуда ты знаешь? Так сейчас вечер. Прочно вообще не двигайся. Я тебе говорю, всходит. Почему со мной никто не разговаривает? Чтобы не ввести вас в заблуждение. Сейчас вечер, сэр, вечер. Мы дожили до вечера. Мы только пытаемся заранить мою душу сомнений. Признаюсь, откуда ему удалось. Но не зря я прожил сегодняшний день. И смею вас заверить, он почти исчерпал свой репертуар. Кстати, как вы себя чувствуете, сэр? Ты нам таскать его на себе. Вы что, кариатиды? Если я вас правильно понял, сэр, то вы сказали, что когда-то прекрасно видели. Прекрасно. 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 Развивайте тему, развивайте. Оставь его в погоде, что не видишь, он вспоминает свое былое прошлое. Море претериторум банорум. Должно быть, это неприятно. Мы не знаем. Просто прекрасно. А это произошло с вами внезапно? Прекрасно. Я спрашиваю, внезапно ли с вами это произошло? В один прекрасный день проснулся слепым, как фортуна. Иногда я спрашиваю себя, что если я все еще знаю? А когда это с вами произошло? Я не знаю. Ну, не далее, чем вчера. Не спрашивайте меня, слепые понятия не имеют времени. Вот времени скрыто. Удивительно, я мог поклясться обратно. Я пошел. Где вы? Я не знаю. Это не ледой? Откуда мне знать? На что это похоже? Да ни на что не похоже. Здесь нет ничего. Дерево есть. Тогда не ледой. Ведь я не говорил. Где мой слуга? Ну, где-то здесь неподалеку. Почему он не отвечает, когда я зову? Наверное, он спит. А может, умер. Что конкретно произошло? Конкретно. Вы и ваш слуга подскользнулись и упали. идите, посмотрите, не ранен ли он? Нет, нет, мы не можем вас оставить одного, сэр. Ну, не обязательно же идти вдвоем. Иди ты. Да, да, пускай ваш друг идет. Он так воняет. Иди, разбуди его. Я после того, что он со мной сделал... А? Так ты помнишь, что он с тобой сделал? Ничего я не помню. Ты мне сказал. А, да. Мой друг боится. Бояться нечего. Кстати, а где те люди, которых ты видел? Откуда мне знать? Так может, они притаились и следят за нами? Вот именно. А может, они остановились? Вот именно. Отдохнуть. Подкрепиться. А может, они повернули назад? Вот именно. А может, они тебе привиделись? Померещились. Зачудились? Померещились. Чего он ждет? Чего ты ждешь? Я жду, Годо. Видите ли, мой друг боится. Вчера ваш слуга напал на него, он всего лишь хотел утереть ему слезу. Да, с этим народом не стоит либеральничать. Они этого терпеть не могут. Что конкретно ему делать? Ну, для начала, пускай дернет за веревку. Со всей силы, но только недолго, чтобы не задушить. Обычно он на это реагирует. Если вдруг не поможет, пускай вырежет. Желательно по роже или по яйцам, тоже со всей силы. Видишь, тебе нечего бояться. Это даже возможность отомстить. А если он будет защищаться? Нет, нет, никогда не защищается. Я прилечу к тебе на помощь. Не спускай с меня глаз. Убедись, что он жив, прежде чем начнешь. Не стоит напрягаться, если он мертв. Он дышит. Ну так задай ему. Что там опять не так? Друг повредился. А счастливчик? Так это он? Что? Это счастливчик? Не понял? А вы Поццо? Разумеется, я Поццо. То же, что вчера. Вчера? Да, вчера, вы не помните? Не, я не помню, что было вчера. А завтра не вспомню, что было сегодня. Так что не думайте, что я что-либо вам проясню. Да, да. Достаточно. Но мы видели с вами вчера. Вы разговаривали с нами. Вы вели его на ярмарку Христа Спасителя. Вы хотели его продать. Он танцевал, он думал. Вы прекрасно видели. Так он будет угодно. Отпустите меня. Встать, скотина! Он поднимается. Он поднимает свои сумки. Так-то лучше. Все, готово. Кнут! Пойдете. Вперед. Веревку! Как вы изменились. Что у вас в чемоданах? Песок. Вперед! Подождите, что происходит? Ваш слуга упал. Так идите, поднимите, пока опять не уснул. Вы не пойдете, если я вас отпущу? Нет, не думаю, идите. Веревку! Мы уже уходим. Вперед! Подождите, подождите, подождите. Прежде чем вы уйдете, прикажите ему что-нибудь спеть. Кому? Счастливчику. Спеть? Или почитать наизусть, или подекламировать. Так он не мой. Не мой? Не мой, он даже стонать не может. С каких пор? Вам еще не надоело? Не надоело мучить меня вашим проклятущим временем? Когда? Бессмыслица какая-то. Да в один прекрасный день. В один прекрасный день я онемел. В один прекрасный день я ослеп. В один прекрасный день вся сохнем. В один прекрасный день родились. В один прекрасный день помрем. В один и тот же день и в один и тот же мир. Ну неужели вам этого мало? Рожает. Верхом на могиле. Свет мелькает лишь на миг. Затем опять наступает тьма. Вперед! Пошел! Быстрее! Слепой. Слепой кто? Сказал бы настоящий слепой, что не имеет понятия о времени. А кто слепой? Поццо. Он слепой. Он нам так сказал. И что из этого? Мне кажется, он видел нас. Тебе это приснилось. Пошли. Нельзя. Да. Ты уверен, что это был не он? Кто? Годо. Кто Годо? Поццо. Да нет же. Нет. Полагаю, я могу встать. Я не знаю, что и думать. Ой. И где мои ноги? Помоги мне. Мои ноги. Помоги мне. Ноги. Помоги мне. Спал ли я, когда другие страдали? Сплю ли я сейчас? Завтра, когда я проснусь, или мне покажется, что я проснулся? Что я скажу про день сегодняшний? Что с Эстрагоном, моим другом, наступление ночи на этом месте я ждал, когда придет Годо. Что приходил Поццо со своим носильщиком, что он разговаривал с нами. Возможно. Но что из всего этого будет правдой? Он ничего не будет знать. Он ничего не будет помнить. Он расскажет мне, что его побили. И я дам ему морковку. Верхом на могиле и трудные роды. А в яме мучительно долго могильщик орудует акушерскими щипцами. У нас есть время состариться. Воздух наполнен нашими криками, но привычка великий шумопоглотитель. Меня сейчас, наверное, тоже кто-нибудь смотрит. Говорит, он спит. Он ничего не знает. Пускай спит дальше. Я не могу так больше продолжать. Пришел сюда. Да, сэр. У тебя послание от мистера Годо? Да, сэр. Он не придет сегодня? Нет, сэр. Он придет завтра. Да, сэр. Обязательно. Да, сэр. Никого не встретил? Нет, сэр. Двух других людей? Нет, сэр. А что он делает? Это твой мистер Годо. Ничего не делает, сэр. Как твой брат? Он болен. Сэр. Может, это он приходил вчера? Не знаю, сэр. А у твоего этого мистера Годо есть борода? Да, сэр. Светлая? Или черная? Я бы сказал, она белая, сэр. Господи, помилуй. Дай ему. И дай ему. И дай ему, что ты видел меня. И ты же видел меня. Завтра, когда ты вновь вернешься сюда, ты же не скажешь, что никогда не видел меня. тобой? Ничего. Я ухожу. Я тоже. Я долго спал. Я не знаю. Куда мы пойдем? Тут недалеко. Да, да, давай уйдем подальше отсюда. Мы не можем. Почему? Завтра нужно вернуться. Зачем? Ждать Годо. Он не пришел? Нет. А сейчас уже слишком поздно. Сейчас уже ночь. Может, ну его? Может, мы бросим это? Он нас накажет. Все мертвое, кроме дерева. Что это? Не знаю. Дерево? Да, ну какое? Ива. Пойдем посмотрим. Почему мы не вешаемся? На чем? У тебя нет пускай веревки? Нет. Тогда не получится. Пошли. Погоди. Подожди. У меня есть. У меня есть ремень. Короткий. А ты можешь дернуть меня за ноги. А кто дернет меня? Ой, правда. Ладно, давай. Ну, в крайнем случае сойдет. Он достаточно прочный. Сейчас посмотрим. Не прочный. Говоришь, завтра надо вернуться. Да. Тогда мы сможем принести хороший кусок веревки. Да. Детей. Да. Я не могу так больше. Вот о чем ты думаешь? Может, нам разойтись? Может, это будет лучше для нас? Мы повесимся завтра. Если, конечно, Годо не придет. А если придет? То мы будем спасены. Пошли. Подтяни штаны. Что? Подтяни штаны. Ты хочешь, чтобы я стянул свои штаны? Подтянул штаны. Ой, правда. Пошли. Пошли.